Всем привет, продолжаем проходить игру. Безмолвный аванпост. Так, в прошлой катке я здесь сохранился. Осмотреть центр допросов. Понятно, все понятно. Так. Че, погнали. Отправляется в УТИ. Да, командир. Мы ждем за адресом Тавик. Беги в суперсолдата. О, суперсолдатишка. Отлично. Откуда ушмаляет? Так, здесь все чисто. Мелочь, а приятно. Куда спешим? Скоро буду. Так, здесь дробовик, наверное, хорошо пойдет. Здесь ближний бой. Хедшот. Завалили их всех. Нет, нельзя разбить. Я думал, можно будет разбить. Так.
Скорый поезд Москва-Владивосток отправляется. Такое звучание. Как, блин. Как на вокзале. Всех перебили. Звучание. Надо выяснить, кто это сделал. Принято. Так, убить офицера Байера. Ё-моё! Держи, братуха. Там бегает-то свои. Так. Недоступно. Так, нам, наверное, вон туда надо. Так, вон туда нам надо еще. Да ё-моё. Так держать, Софи. Молодец, Сис. Это был он. Офицер, которого надо было завалить. Und schließlich werden wir die Treulosen. Aber wir haben eine starke Geheimorganisation geschaffen, die sich gegen die Tyrannei des Berliner Regimes wehrt. Так, все. Ни хера себе.
хорошо. Девочки, в вашем районе замечен ведущий инженер нацистов. Устраните его по возможности. Сейчас устраним. Не вопрос. Так, здесь лучше дробаш нужен. Здесь нужен дробаш. Камера видеонаблюдения. Инженеришка, ты где? Нацистский инженер ликвидирован. Молодцы, девчата. Зашибись, сестра! Спасибо. Так, а там что? Так, девчата. Я наблюдаю слабый сигнал от машины «Энигмы» совсем недалеко от вас. Доберитесь туда, пока нацисты не разнесли аппарат. Так, нам надо как туда попасть, наверное, здесь надо. Ага. Отдыхай. Так. Вот она машина. Машина «Энигма» у нас, Эбби. Это прекрасно. Эти дискеты такие гибкие. Я в тебя верю, сестра. Ладно, Джесс. Что, все на выход? Так. На бульваре Победы где-то находится. Это уже другая локация. Это уже другая локация.
Так. На бульвар Победы находится. Так. О. Подавив здесь восстание 4 года назад, генерал Лотар Брандт в отместку повстанцам назвал этот район Зигерштрассе, бульвар Победы. Именно здесь Жаку изуродовали лицо, а многие, очень многие борцы сопротивления пали в бою. Сегодня это лишь холодное, мертвое нагромождение бетона и стали. Что ж, удачи, девочки.